Итак, мы вновь слышим знакомые позывные, а это означает только одно. Это означает нашу долгожданную и интереснейшую встречу с Алексеем Орловым в его программе «Моя Америка». Алексей, добрый день, здравствуйте. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. Ну, я полагаю, все мы знаем крылатую фразу «Все познается в сравнении». Все познается в сравнении. И вот журналисты часто обращаются к этой фразе, сравнивая события, которые случились в разные исторические эпохи. Ну и нет поэтому ничего удивительного, что происходящий на наших глазах обвал экономики сравнивают с обвалом, который начался в 1929 году, продолжался все 30-е годы и вошел в историю как Великая депрессия. Либералы-прогрессисты сравнивают Дональда Трампа с президентом Гербертом Гувером. Мы знаем, при Гувере начался экономический кризис, переросший Великую депрессию, и ставят Трампу в пример либералы-политиков-демократов, которые, как и Франклин Делано Рузвельт, пытаются помочь миллионам американцев, попавших в жернова кризиса. И вот у этих двух экономических кризисов, тогдашнего, то, что был в 30-е годы прошлого столетия, и нынешнего, действительно много общего. Ну, например, отношение властей к небольшим бизнесам. Пример из прошлого и сегодняшний. Отношение властей к небольшим бизнесам. И я приведу с примера 30-х годов. Есть в городе Джерси-Сити, в этом городе я прожил много лет, есть в этом городе улица Гриффит. Ну, она ничем не отличается от тысяч и тысяч улиц в сотнях американских городов. Скучнейшая улица. Правда, от этой улицы рукой подать до Манхэттена, столицы мира, всего 15 минут езды в машине. Но когда попадаешь на такую улицу, как улица Гриффит, кажется, что оказался в каком-то типичном захолустье. Ну, дома мало чем отличаются друг от друга. Правда, они не одноэтажные, как у Ильфа и Петрова, а двухэтажные. Невзрачные двухэтажные дома. Машины припаркованы на тротуаре, естественно, никаких гаражей нету. Магазины непривлекательные, заходить внутря даже не хочется. И вот на этой улице, Гриффит-стрит, есть дом 138. Он столь же невзрачный, дамы и господа, как и соседи. Но этот дом 138 на Гриффит-стрит исторический. Правда, на нем нет никакой таблички, которая подтверждал это. Поверьте мне на слово. Сегодня в этом доме располагается на первом этаже парикмахерская с громким названием «Richards International Barbershop». Международная парикмахерская Ричарда. Ну, она названа так, потому что она принадлежит Ричарду и потому что клиенты хозяина говорят на десятках языков. Иммигранты со всего мира живут в Джерси-Сити с давних пор. Я, иммигрант из Советского Союза, жил в Джерси-Сити с 1977 года. Итак, в том самом помещении, улица Гриффит, 138, первый этаж. Там, где сегодня бреют и стригут, 8 с лишним десятилетий назад находилась пошивочная мастерская. Владельцем этой пошивочной мастерской был портной Джейкоб Маджит, иммигрант из Польши, я полагаю, еврей. Он занимался шитьем. Ну и он также принимал одежду в чистку, в глажку, в перелицовку. И его клиентами были, ну как сегодня, клиентами Ричарда, иммигранты, многие из которых вряд ли что-либо умели произнести на английском языке. И Маджет никогда не жаловался на отсутствие клиентов. Но клиенты никогда не жаловались на его работу. И вот весной 1934 года с ним случилась беда. Он был арестован и предстал перед судом. Его признали виновным и оштрафовали на $100. $100 были для Маджета большими деньгами. В то время его годовой заработок не превышал 1500. И штрафом наказание не ограничилось. Портного приговорили к тюремному заключению на 30 дней. Вопрос, в чем провинился портной Маджет?
А вот чем. Он отутюжил заказчику костюм, пиджак и брюки и взял за работу 35 центов, тем самым нарушив закон. Закон предписывал брать за глажку мужского костюма не 35 центов, а 40. Портной сэкономил заказчику 5 центов и оказался на скамье подсудимых. Что, с трудом, дамы и господа, верится, да, с трудом? Ну, действительно, с трудом, но это факт. И вот в чем дело. Маджет нарушил кодекс честной конкуренции, Code of Fair Competition. Этот код был признан обязательным распоряжением администрации Рузвельта для всех бизнесов. В частности, код установил цены на товары, цены на услуги, установил размер зарплаты, продолжительность рабочего дня и так далее, и так далее. И портной провинился, мы с вами взяли. Знаем с вами, взял за свои услуги 35 центов вместо 40 центов. Десятки клиентов Маджета протестовали, и поэтому он провел за решеткой только 3 дня. Его не только отпустили на свободу, но отменили штраф. Он отделался легким испугом, в отличие от тысяч владельцев небольших бизнесов, которые нарушили кодекс честной конкуренции, Code of Fair Competition. Итак, это весна 1934 года. Давайте перенесемся из весны 1934 года в весну 2020 года, в которой мы с вами существуем. Из города Джерси-Сити перескачем в Даллас, а из пошивочной мастерской давным-давно забытого Джейкоба Маджета в салон красоты Шелли Лутер, о которой сегодня говорит вся страна. Мисс Лутер нарушила приказ властей. Она открыла салон, когда карантин, вызванный эпидемией китайки, еще не был отменен. Ее арестовали и доставили в суд. В ходе слушания, мы с вами это знаем, потому что мы смотрим телеканал Fox News, так вот, в ходе слушаний судья графства Даллас Эрик Мой заявил: «Нарушая приказ, вы, обвиняемые, руководствовались корыстью», и предложил мистер Мой выбор: «Признавайте свою вину, закрывайте салон, и я ограничу штрафом, в противном случае будет штраф и тюрьма». И мы с вами знаем, что сказала мисс Лутер судье. Кормление детей – это не корысть. Если вы считаете, что исполнение закона важнее, чем кормление детей, то, пожалуйста, принимайте решение, но я салон не закрою. И судья Мой принял решение. 7 дней тюрьмы и штраф $3,500. Однако 2020 год, год, в котором мы живем, это не 1934. О приговоре Джейкобу Маджету знали только его родные, знали друзья, его клиенты и городские журналисты. Это было местное событие, местное. А вот событие в Далласе стало общенациональным благодаря интернету, благодаря социальным сетям и благодаря круглосуточному новостному телеканалу Fox News. Шелли Лутер освободили через 3 дня. Итак, дамы и господа, между тем, что случилось много-много-много лет назад в городе Джерси-Сити, в котором ваш покорный слуга имел счастье жить, и тем, что совсем недавно случилось в Далласе, есть кое-что общее. И Джейкоб Маджет, и Шелли Лутер – владельцы небольших бизнесов. Они незаметные люди, рядовые американцы. А вот когда страна оказывается в беде, именно такие, как они, в числе первых, кто принимает на себя удар. В 1932 году, в ходе предвыборной кампании, когда уже 3-й год бушевал экономический кризис, кандидат Демократической партии на пост президента, губернатор штата Нью-Йорк Франклин Делано Рузвельт назвал этих людей в радиообращении к избирателям, он назвал их забытыми, forgotten. И он обещал, будучи избранным, приложит все силы, чтобы оказать помощь, цитирую, забытому человеку, находящемуся на дне экономической
пирамиды. The forgotten man at the bottom of the economic pyramid. То есть он обещал помочь в первую очередь таким американцам, как нью-джерсийский портной Джейкоб Маджет. Это было обещание. Действительность оказалась совершенно иной. Рузвельтовский новый курс продлил Великую депрессию на многие годы до вступления Соединенных Штатов в мировую войну, и больше других от его реформ пострадал забытый человек. После того, как в 2007 году вышло в свет фундаментальное исследование Эмити Шлейс, называется «Забытый человек. Новая история Великой депрессии», по-английски «The Forgotten Man. A New History of the Great Depression». Так вот, после того, как вышла эта книжка в 2007 году, только левые идеологи, это либералы, прогрессисты, социалисты, коммунисты, только они продолжают восторгаться рузвельтовскими реформами. Их преклонение перед Рузвельтом и его реформами – это как идолопоклонство. Ну, например, предложенная ими замена грязных источников энергии, то есть угля, нефти и газа, на чистые солнце и ветер. Они ее назвали «зеленый новый курс» – «Green New Deal». Ну, так же, как и рузвельтовский «New Deal». И вот, уподобаясь Рузвельту, они не перестают твердить. Наша политика направлена, во-первых, на оказание помощи рядовому американцу, забытому человеку, и, во-вторых, защите забытого человека от произвола олигархов, толстосумов, финансистов 1%. Забытый человек прошлого и забытый человек сегодняшнего дня – это жертвы демократической партии. В 30-е годы прошлого столетия представители этой партии занимали все командные посты. В Белом доме был президент-демократ, и обе палаты Конгресса контролировали его одноклубники. Нынче в Белом доме республиканец. Демократы владеют большинством мандатов только в нижней палате Конгресса. Но в ряде штатов, мы с вами знаем, демократам принадлежит исполнительная власть. К тому же немало судей, от которых часто зависит судьба забытого человека, эти судьи – члены демократической партии, как, например, судья Мой, который счел возможным оштрафовать госпожу Лутер и отправить ее за решетку. Каждый из нас, дамы и господа, кто более или менее интересуется политикой, не мог не обратить внимания на диаметрально противоположные отношения губернаторов-республиканцев и губернаторов-демократов к процессу возвращения к нормальной жизни. Штаты с республиканцами во главе исполнительной власти приступили к возвращению во второй половине апреля и в первых числах мая. Они открыли двери небольших бизнесов. Штаты с демократами во главе исполнительной власти делали и продолжают делать все, что в их власти, чтобы держать небольшие бизнесы на замке. А власть губернатора в штате почти неограниченная. Вы не забыли, на прошлой неделе я рассказал, как губернатор-демократ Северной Каролины, я живу в Северной Каролине, губернатор-демократ у нас мистер Купер, как он держит бизнесы на замке. А губернаторы и республиканцы соседних с нами штатов Джорджия, Южная Каролина и Теннесси, дали добро на открытие бизнесов давным-давно, в середине апреля. И такая картина по всей стране. Первыми открываются бизнесы там, где правят губернаторы-республиканцы. Там, где губернаторы-демократы, открываются в последнюю очередь. Они продлевают карантин, они потому что руководствуется заботой о здоровье и безопасности граждан своих штатов. Мистер Купер заботится о моем здоровье, именно поэтому я до сих пор не могу побриться. О, мое здоровье, мистер Купер, дороже, чем что бы то ни было. Ну, дамы и господа, эти люди руководствуются в первую очередь не нашим с вами здоровьем, а политикой. Карантин тормозит выход экономики из кризиса.
А чем хуже состояние экономики, тем выше шанс демократов на победу в ноябре. Главная жертва такой политики – забытый человек, forgotten man. И во многих штатах, мы знаем, забытые протестовали и протестуют против такой политики. Ну, например, штат Мичиган. Недавно в телепередаче канала Fox News выступал Мишон Медок. Это организатор демонстрации против тирании губернатора Мичигана Гричен Уитмер. Вот что он сказал, я цитирую, хорошие слова. Карантин – это когда вы ограничиваете движение больных людей. Тирания – это когда вы ограничиваете движение свободных людей. И демонстранты продолжают протестовать в городе Лансинг, это штат Мичиган. Причем, протестующим грозит штраф $1000, поскольку они стоят плечом к плечу, тем самым нарушая требования соблюдать социальную дистанцию. Они не на социальной дистанции, они стоят рядом. И вот демократы, политики, журналисты, профессура, общественные деятели, все они единогласно осуждают демонстрантов. Вот, например, газета The New York Times, ну, это главный у нас орган либерально-прогрессивного населения, напечатала недавно статью своего политического комментатора Джемела Буя. Я как-то о нем упоминал. Статья называется так. «Искаженная концепция свободы». «A twisted conception of liberty». «Искаженная концепция свободы». И этот господин, мистер Буй, он считает, что протестуя против тирании, демонстранты показывают, что у них что-то не в порядке, а у них какой-то расовый душок. Вот что он пишет, цитирую Буя. «Они вооружены и размахивают конфедератскими флагами. Подавляющее большинство протестующих белые». И мистер Буй не преминул сообщить, что среди черных и коричневых, то есть афроамериканцев и латиноамериканцев, непропорционально больше, чем среди белых, и жертв коронавируса и безработных. Кстати, мистер Буй наверняка признал бы меня расистом, потому что, дамы и господа, на переднем бампере моей машины красуется конфедератский флаг. Окей. Так вот, во многих публикациях либерально-прогрессивные издания, рассказывающие о выходе того или иного штата из карантинного состояния, во многих этих публикациях присутствует расовый душок, и не только расовый, но и классовый. Я приведу пример. В штате Джорджия есть город Авалон. Этот город, прекрасный небольшой городок, и его благополучие во многом зависит от небольших бизнесов. Так вот, когда губернатор-республиканец этого штата Джорджия Брайан Кэмп открыл небольшие бизнесы, это уже произошло в первых числах апреля, он посетил город Авалон, посмотреть, что происходит. А его репортаже появилась корреспонденция в газете The Washington Post. Но это у нас вторая после New York Times газета, поддерживающая леваков. Репортаж написала госпожа Стефани Макроман. И она сочла необходимым информировать читателя. Большинство покупателей в Авалоне богатые и белые. Это она подчеркивает. Богатые и белые. И мисс Макроман противоставляет им жителей столицы штата Атланты. Цитирую, с бедным и преимущество афроамериканским населением. Она подчеркивает, на которое приходится большинство заразившихся и умерших. Макроман дает понять, губернатор-республиканец служит интересам богатых и белых. И ему безразличны тревоги черных бедняков. Забытым человеком 30-х годов был американец вне зависимости от цвета кожи. Рузвельтовский новый курс ударил в равной степени как по белым,
они составляли большинство в производственном секторе, так и по черным, которые составляли большинство среди сезонных сельскохозяйственных рабочих. Да ведь и сегодня, дамы и господа, страдают от развала экономики все американцы. И белые, и черные, и латиноамериканцы с азиатскими корнями все. Но в 30-е годы не было такого политического раскола, как сегодня. Не было. Вот что, например, написал в 30-е годы при Рузвельте, в самом начале правления Рузвельта, написал Уильям Роджерс. Это был популярнейший комик, ковбой, актер, журналист. Он писал: «С Рузвельтом вся страна, лишь бы он что-нибудь сделал. Если бы он сжег Капитолий, то мы бы все радовались и говорили: вот видите, из искры возгорелось пламя». В то далекое время демократы и республиканцы, они не то, что они были едины, но они не были врагами. И демократы не называли deplorable, скверными, американцев, которые голосовали за республиканцев. Но политика демократов не способствовала восстановлению экономики и противоречила интересам забытого человека. Сегодняшняя политика демократов, во-первых, ведет страну к расколу, а во-вторых, она сроднит той, что была в 30-е годы, потому что первым, кто страдает от того, что происходит в нашей экономике, это forgotten man. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в монологе. Перед тем, как мы перейдем на рекламу, я, во-первых, хочу поблагодарить Леонида Жителя. Я смотрю Вернон Хиллс. Вернон Хиллс — это у вас в Иллинойсе. Леонид заказал мне книгу. Книжка замечательная, дамы и господа. И прислал мне подарок. О подарке не рассказывал. Леонид, если вы меня слышите, большое вам спасибо, дамы и господа. Не обязательно присылать подарки, а вот прочитать книжку, которая называется «Тень проклятия Текумсе над Белым домом», это я рекомендую. Книжку можете заказать, прислав мне чек на $20. Я должен знать вот ваш адрес. Напишите мне на мой адрес onemashaorlov@gmail.com. Сообщите свой адрес, и я вам пришлю книжку. Вы можете также заказать мою книжку на Амазоне в прошлый четверг. Она выставлена на Амазон. У меня $20 плюс автограф. На Амазоне вы купите за $15, но будет с вас кое-что взято за пересылку и, наконец, налог на покупки. Я налога на покупки не беру. И вот на этом я ставлю точку. Будет перерыв на рекламу. После этого я готов встретиться с вами в эфире и обсудить не только сегодняшнюю передачу, но и наши общенациональные проблемы. Итак, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200. Звоните, будем общаться. Как всегда, Алексей с удовольствием соглашается ответить на ваши вопросы, обменяться с вами мнениями. Поэтому давайте будем общаться. У нас есть вот звонки. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый Алексей, день. Большое вам спасибо за передачу. Я пока еще не пропустил ни одной. Так, а теперь вопрос у меня вот какой. Ну, сейчас администрация президента Трампа разрабатывает, ну, как бы сказать, меры или акции против Китая, ну, по известной причине. Вот, к вам вопрос. А какие санкции, я так могу, можно применять для того, чтобы это не было, не аукнулось для Соединенных Штатов Америки? Чтобы не стало нам еще плохо. Спасибо большое. Я послушаю вас по радио. Алексей, если вы не возражаете, давайте я сразу приму второй звонок. У меня есть ответ тоже. У вас есть ответ. Окей, тогда давайте попробуем. Алло, здравствуйте. Сказал, сейчас, одну секундочку. Ответ, в то же время, самое время, я могу сказать, что ответа нет. Значит, к санкции можно, ну, самые различные санкции, ну, какие угодно, я не знаю, там, торговые, связанные. Хорошо, Китай готовит принять зимние Олимпийские игры, если мне не изменяет следующие. Но можно было объявить бойкот
Советскому Союзу, когда Московская Олимпиада, можно объявить бойкот Олимпийский Китай. То есть санкции могут быть самые разные. Что из этого выйдет, это уже совершенно другой вопрос. Понимаете, это очень щекотливая тема, потому что санкции против такой страны, как Китай, развиты. Я понимаю, одно дело санкции против Ирана, другое против Китая. Мы видим разницу между Китайской Народной Республикой и ее экономикой, и, скажем, Ираном, мы видим. То есть надо всегда думать, а во что это обойдется нам. То есть это вопрос, ну, как говорят, complicated ответ. Не может быть однозначного ответа. Не может быть однозначного ответа. То, что следует что-то предпринять, поскольку мы считаем, по крайней мере, Соединенные Штаты, многие, что зараза распространилась из Китая, и Китай держал, не сообщал о том, что из себя представляет эта зараза, тем самым способствуя ее распространению по всему миру, Китай за это должен каким-то образом ответить. Что именно предпринять, я не готов советовать президенту Трампу, что следует делать. Спасибо большое. Спасибо, что вы подождали. Прошу вас, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый день. Наши демократы и кремлевские комсомольцы всегда гордятся тем, что после кризисных лет таких президентов, как Гувер и Буши, демократы, как Рузвельт и Клинтон, и наш Барак Обама вывели страну из кризисного состояния. Вот мы знаем о кризисе, который произошел последние годы при правлении Буша и так далее. А вот что было вот в конце 20-х годов, когда правил балом, скажем так, вот, Гувер? Что там произошло? Почему этот кризис произошел такой? Спасибо. Спасибо. Вы знаете, вопрос совершенно замечательный, потому что ровно через неделю, это будет тема моей передачи, я буду рассказывать о Герберте Гувере. Значит, это был совершенно удивительный человек. Кстати, он должен быть особенно интересен людям с корнями из Советского Союза, потому что в 1920, 21 и 22 году возглавляемая Гувером организация ARA, она спасла миллионы жителей уже большевистской в то время России от голода. Миллионы. Понимаете? Значит, то, что Гувер делал до того, как он стал президентом, это только плюсы, плюсы и плюсы. Теперь, будучи предпринимателем, он капиталистом, я через неделю напомню, но я сегодня даже готов сказать, он в 1914 году, когда началась Первая мировая война, ее не называли первой, была называли мировой войной, ему исполнилось 40 лет, он до этого был только предпринимателем, потом он стал работать на государство, это будет через неделю сказано, что именно он сказал знаменитую фразу: «Если мужчина к 40 годам не стал миллионером, значит, он зря прожил свои первые 40 лет». Так вот, он, будучи предпринимателем, когда случился обвал в октябре 29 года на бирже, и обвал продолжался еще, и было ясно, что наступает финансовый кризис, в руках Гувера было, у Гувера были две возможности. Либо помочь борьбе с кризисом должен был частник. То, что, кстати, произошло в 1921 году, потому что в 21 году, после прихода к власти президента республиканца Уоррена Хардинга, страна была в глубочайшем кризисе. Кризис был вызван, во-первых, мировой войной, а во-вторых, совершенно дикой политикой либерального прогрессивного демократа Вудро Вилсона. Ну, налоги выросли вообще, так сказать, подоходный налог вошел в практику, это поправки Конституции 1913 года. Он был, ну, почти что нулевым, я не знаю, там 1%. Он вырос до 70%. Так вот, когда республиканцы пришли к власти, Уоррен Хардинг, то ставка в борьбе с кризисом, с экономическим кризисом, была полностью сделана на частника. Хардинг умер, скончался в 23-м году. Его место занял Калвин Кулич,
совершенно выдающийся президент. Ставка только на частника. И мы вступали тогда в 20-е годы. Roaring Twenties, ревущие 20-е. Это был рев поднимающейся экономики. Герберт Гувер и у Хардинга, и у Кулиджа был министром торговли. А в 28-м году он был избран президентом. И вот когда начался кризис, казалось бы, бывший капиталист Гувер должен сделать ставку на частника. Гувер сделал ставку на его величество государства, и это была фантастическая ошибка, колоссальная ошибка. И да, из-за этой ошибки страна погрузилась в громадный кризис, в громадный, ставший, получивший название «Великая депрессия». Все дело в том, что сменивший Гуверка Франклин Делано Рузвельт продлил и ухудшил даже политику Гувера, потому что, опять-таки, ставка делалась исключительно на государство, что только государство может вывести страну из кризиса. И Рузвельт страну из кризиса не вывел. Страну из кризиса вывела Вторая мировая война, потому что, когда Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, миллионы американцев, мужчин, встали под ружье, их места заняли женщины, таким образом была ликвидирована безработица. Таким образом, мы можем сказать, Гувер несет вину за то, что произошло. Но то, что он был виноват, точно так же был виноват Рузвельт. То, что о Рузвельте говорят, что он улучшил экономику, Рузвельт продлил Великую депрессию. Во всем мире депрессия кончилась в середине 30-х, ну, во второй половине 30-х годов. В Америке в 37-м году уровень безработицы был 19%. Это после очередной победы Рузвельта на выборах, после его победы в 1936 году. Рузвельт продлил Великую депрессию. Мы через неделю будем говорить с вами о Герберте Гувере, потому что это был совершенно замечательный человек. Спасибо за ваш вопрос. Спасибо огромное. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Толик, привет. Привет, Генч. Дядь Леша, привет. Феликс говорит из Денвера. Да, Феля, привет. Денвера, Феликс. Привет, Денверу. Привет. Спасибо. Две вещи. Первое предложение, пожелание, не знаю. И второй будет вопрос. Пожелание такое. Дядь Леша, прошла недавно информация о том, как еврейские мафиози в конце 30-х годов противостояли фашистскому движению в Америке. Хотел попросить вас сделать передачу об этом, если это возможно. И второй вопрос. Попробую сформулировать корректно, чтобы вам было легче ответить. Какие инструменты есть у американского правительства для того, чтобы противостоять подтасовкам на выборах? Как-то вот так. Хороший вопрос. Спасибо, Фея. Спасибо. Я сразу же вам скажу, что у меня была передача о евреях, скажем так, мафиозниках, которые помогали евреям и европейским, и евреям в Соединенных Штатах. Это, вы знаете, я в июле, если я наберу смелости, я просто-напросто повторю эту передачу. Речь шла о совершенно разном подходе к еврейскому вопросу со стороны Жаботинского и его сторонников, с одной стороны, и со стороны левых демократов, либералов, социалистов с другой стороны. Понимаете? Политика Рузвельта в этом вопросе солидаризировалась с левыми еврейскими организациями Соединенных Штатов. И против этих организаций, и значит против политики своего президента, выступали последователи Жаботинского. Я в июле повторю эту передачу. Спасибо, я считаю, ее нужно повторить. Теперь, что касается вашего вопроса. Все дело в том, что мы с вами живем в федеративной республике. В нашей федеративной республике 50 штатов. И каждый штат может устанавливать свой порядок голосования. У нас с вами есть 10-я поправка Конституции. В этой поправке записано, то, что не регулируется Конституцией, попадает в распоряжение каждого штата. Я вольно перевел. Значит, порядок выборов
не регулируется Конституцией за исключением права, то, что мы называем колледж выборщиков. Это по Конституции. Как голосовать? Это решает каждый штат. Естественно, поэтому в эти дни, в которые мы с вами живем, большинство штатов, в которых правят демократы, хотят, чтобы было голосование по почте. Это в их праве. Это в их праве. Более того, что есть штаты, в которых не только губернаторы-демократы, но и законодательная власть, легислатура принадлежит демократам. Эти штаты сделают все возможное, чтобы было голосование по почте, потому что голосование по почте, мы с вами говорили, это махинации размеров каких угодно. Правительство Соединенных Штатов, федеральное правительство, у него нет конституционного права помешать штатам вести свои собственные порядки при голосовании. Нет такой власти. Поэтому, если говорить об администрации Трампа, будем называть вещи своими именами, она практически бессильно повлиять, например, на штат Калифорния. Штат Калифорния, где липовые выборы в 2018 году. Я об этом рассказывал несколько недель назад, приводил пример. Ну, просто голосование по почте было липовым. В графстве Ориндж, это пригород графства Лос-Анджелес. Испокон веков это были республиканцы, 4 округа по выборам в Палату представителей были республиканцы. Все, они были сметены в 2018 году голосованием по почте. Те несчастные республиканцы, которые пока что остаются в Палате представителей, в том числе мой любимый конгрессмен Ньюман, они пока что побеждают, но голосование по почте уберет их из Палаты представителей. Федеральное правительство ничего поделать на этот счет не может. Просто ничего. Спасибо, Алексей. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, спасибо за интересные передачи. И это очень информационные передачи. И я очень благодарен слушать вас. У меня такой вопрос, Алексей. Может быть, он расскажет, что-нибудь слышно? Сейчас вот подготавливается демократический съезд, который должен проходить в следующем месяце. И, похоже, демократы вставляют палки в колеса провести республиканский съезд в Шарлотт, right now, в Северной Каролине, где вы проживаете. Расскажите немножко, пожалуйста, как идет подготовка к съезду в двух партиях, если можно. Окей. Значит, спасибо большое за вопрос. Я начну с демократов. В общем, они уже примерно месяц назад, может быть, полтора месяца назад, перенесли свой съезд с середины июля в Милуоки на середину августа. Это их предложение. Причем Джо Слипи Байден сказал, что он не против того, чтобы съезд проходил по интернету. Окей, это демократы, пускай они разбираются, как у них будет дело. Что касается республиканцев, я рассказывал, по-моему, 2 или 3 недели назад о том, что происходит в Шарлотт. И я выразил опасение, что республиканцы не тешутся и ничего не предпринимают. Опять-таки, у нас губернатор Купер. Он может сказать, а я не разрешаю, чтобы весь этот центр, эта громадная баскетбольная арена, которая вмещает около 20 тысяч жителей, чтобы она была заполнена. В интересах здоровья моих сограждан я не разрешу заполнять арену, пусть они сидят друг от друга на социальной дистанции 6 футов. Окей. 2 недели назад, или это было 3, я высказал опасение, что республиканцы не чешутся, ничего не предпринимают. К счастью, они начали чесаться. 2 или 3 дня назад возникла, уже появилась информация, что республиканцы поставили Купера в известность, что они хотят знать уже сегодня, завтра, не откладывая на июль, будет ли разрешено присутствовать всем делегатам съезда на съезде. Если Купер начнет кочевряжиться, я еще не знаю, не наступила пора отвечать на эти вопросы, то у республиканцев уже есть выбор. Флорида предлагает провести съезд республиканской партии. Техас предлагает провести съезд республиканской партии. То есть ответ такой. Если демократ-губернатор моего штата Купер не ответит конкретно, будут ли допущены в этот зал, в баскетбольную арену,
20 тысяч человек, то республиканцы начнут готовиться к съезду в других местах. Опять-таки, это может быть Флорида, это может быть Техас, и может быть еще какой-нибудь штат, в котором руководит республиканец. Спасибо за вопрос. Спасибо огромное, Алексей. Спасибо всем за вопросы. Ну что, у нас остается где-то минут 7, поэтому давайте мы сделаем так. Я вам даю заключительное слово, но если у кого-то появится вопрос, я вас прерву, и мы обязательно ответим на этот вопрос. Договорились? Толя, заключительное слово. Я отвечаю на вопрос о Гувере. Я, в общем-то, уже сделал заявку на то, что будет через неделю. Я буду рассказывать о Герберте Гувере. Совершенно замечательный человек. Ну, во-первых, дамы и господа, мне приятно, что он мой коллега. Я по образованию геолог-четвертичник. Я бывал в экспедициях. Я до сих пор помню, кто бывал в экспедициях, тот поет этот гимн. Алексей, я не хочу вас прерывать, ваши таланты, но... Он геолог, и я геолог, дамы и господа. У нас появился звонок, Алексей. Он меня как бы... Гуверу приближает. Это первое. Во-вторых, он действительно был выдающимся человеком. Ну, просто выдающимся. Еще один интересный факт. Через неделю мы будем об этом говорить. Жена его была геолог. Жена Рузвельт, жена Герберта Гувера, первая в истории американка, получившая диплом геолога в университете. Первая геологиня. Эти люди знали, они выучили китайский язык. Например, когда они были в Белом доме, и им хотелось, чтобы их разговор никто не подслушивал, они говорили друг с другом на китайском языке. Правильно? Замечательная пара. Они перевели с латыни книгу, изданную в 16 веке, в 1500 каком-то году, книгу по геологии. С латыни перевели, и эта книга была издана в Соединенных Штатах в 1912 году, ее можно купить на интернете. Это были выдающиеся люди. Сегодня, к сожалению, когда мы говорим Герберт Гувер, о, при нем началась Великая депрессия, он такой, он сякой, он плохой. Окей. Да, при нем началась Великая депрессия. Да, он несет вину за то, что вместо того, чтобы бороться с кризисом, таким инструментом, как частный капитал, как частник, он решил бороться с депрессией, с кризисом, с помощью государства, и, естественно, ничего хорошего не получилось. Тем не менее, о нем есть что рассказать за пределами его президентского 4-летнего срока. Алексей, у нас появился звонок, давайте быстренько примем вопрос. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день, Алексей. Вот вы сказали, что у федерального правительства нет никакого возможности регулировать выборы. Вот завтра наш коммунистический штат Калифорния примет закон, что голосуют все, не обязательно граждане. И что правительство не имеет права исключить Калифорнию из выборов? Нет, не имеет права, конечно. Более того, Калифорния, принимая такой закон, она нарушает Конституцию, потому что по Конституции голосовать могут только люди, ставшие гражданами Соединенных Штатов. Но Калифорния, дамы и господа, Калифорния раздает нелегальным иммигрантам из своей казны, не из федеральной казны, из своей казны деньги. Вот нам дали всем по $1200 или дают. Хотя тоже, я уж могу заранее сказать, я это не заслужил, но это особый разговор. Калифорния свои казны дает нелегальным иммигрантам. Вы ничего не можете сделать. Да, они пустят голосовать нелегальных иммигрантов. Этот нелегальный иммигрант может жить, я не знаю, это в штате Иллинойс, в штате Северная Каролина, где угодно. Ему пришлют эти самые бюллетени, он будет якобы голосовать. Сам он, может быть, и по-английски не читает, по-испански не читает, вообще читать не умеет. Неважно, это липа. Ничего не может сделать федеральное правительство, чтобы помешать этому безобразию. Ну, абсолютно ничего. Ничего. Да, печально, но факт. Итак, перед тем, как мы попрощаемся, я еще раз, я знаю, что Алексей вам напомнил о своем произведении, о своей книге в конце прошлого сегмента. Я еще раз хочу всем напомнить о том, что Алексей действительно написал удивительную, замечательную книгу. И эта книга — это не просто художественная литература, произведение. Это не художественная литература. Вот. Что это действительно, это просто кладезь знаний.
Люди, которые интересуются историей, просто обязаны, я считаю, прочитать эту книгу. Поэтому для того, чтобы получить эту книгу, нужно написать имейл Алексею Орлову на адрес 1маша, правильно? Правильно, 1mashaorlov@gmail.com. 1mashaorlov@gmail.com. Вам пришлют адрес. Я получаю такой имейл, и я на адрес отправителя посылаю свой домашний адрес, а уже человек решает, посылать мне чек на $20 или не посылать. Ну, я думаю, что человек должен, любой нормально интересующийся человек просто обязан прочесть эту книгу, честно. Оля, какой мне подарок прислал Леонид из Вернон Хиллз, это нечто. Леонид, вы меня слушаете, большое вам спасибо. Спасибо, Леонид. Ну и, дорогие друзья, воспользуйтесь возможностью приобрести эту книгу, прочтите ее, не просто приобретите, а именно прочтите, вы очень много интересного узнаете того, что вы просто так никогда сами не найдете. У вас это, вам понадобится перелопатить, я не знаю, сколько, какое количество источников, но потрудитесь и приобретите эту книгу. Алексей, как всегда, огромное спасибо, очень все интересно, ждем следующей встречи, следующего вашего повествования. Ну а пока будьте здоровы. Всего будьте хорошего. Здоровы, дамы и господа. В условиях Китайки будьте здоровы. Stay healthy.